Всем привет! В эфире МТВ афиша выходного дня, и я ее ведущая Ирина Ан. В ближайшие несколько минут я расскажу вам, как интересно провести эти выходные, куда сходить, на что посмотреть и чем заняться. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Волгоградский музыкальный театр в эти выходные покажет зрителям сразу несколько постановок, оперету в трех действиях «Марица» и мюзикл по мотивам известной восточной сказки «Аладдин». «Марица» расскажет романтичную, но в то же время страстную историю о любви. Зрители до последней минуты будут с интересом наблюдать за тем, как герои преодолевают различные испытания на своем пути. Мюзикл «Аладдин» понравится не только юным волгоградцам, но и их родителям. Красочные костюмы, мелодии в восточном стиле, танцы и увлекательные путешествия героев точно не оставят зрителей равнодушными. Не детские спектакли в театре юного зрителя. Заинтриговала? Сейчас я вам все расскажу. Джек – очень добрая, светлая и трогательная история о взаимоотношениях людей, о любви во всех ее проявлениях – к делу, к людям, к детям, о том, что в этом непростом мире человеку нельзя жить одному. И для того, чтобы избежать одиночества, люди прибегают порой к совершенно фантастическим средствам. На сцене Царицынской оперы в это воскресенье покажут спектакль, основанный на повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». По накалу страсти и мощи драматургического воздействия этому произведению нет равных. «Пиковая дама» – трагичная и захватывающая история любви невинной девушки и офицера, ставшего жертвой карточного азарта. Это опера, которая затронет самые глубокие и потаенные уголки нашей души. В новом экспериментальном театре на эти выходные запланировано целых два интересных события. В субботний вечер желающие смогут задать свои вопросы Максиму Чекашкину, ведущему актеру Нета, сыгравшему главную роль в таких спектаклях, как «Вий» и «Гроза». А в воскресенье Нет предлагает посмотреть комедийную драму «Как я простил прапорщикова Кувшинова». Спектакль, который заставит задуматься каждого зрителя о самых простых, но вместе с тем важных вещах в жизни. Комедия «Тетки», поставленная в казачьем театре, заставит многих зрителей смеяться до слез. Череда забавных недоразумений, закрученный сюжет и волнующий финал оставят неизгладимый след в памяти зрителя. Пронзительная жизненная история, скрытая под юмористической оберткой, наверняка многим покажется знакомой. Задавались ли вы вопросом, насколько изучена наша Солнечная система? Для того, чтобы получить ответ, вам не нужно сидеть за кучей книг по астрономии. Достаточно лишь на этих выходных посетить Волгоградский планетарий. Казалось бы, современный человек многое знает про планеты Солнечной системы, но несмотря на это, ученые до сих пор открывают новые факты и находят самые невероятные объяснения явлений ближнего космоса. Ведь каждая планета Солнечной системы имеет свои неповторимые особенности и по-своему уникальна. Музей изобразительных искусств имени Машкова приглашает всех желающих на мастер-класс и рассказ о старинных предметах быта. Многие экспонаты, украшающие музейные залы, когда-то использовались крестьянами в повседневной жизни. О значении предметов и их орнамента вам подробно расскажут в это воскресенье. А на мастер-классе вы сможете самостоятельно расписать несколько сосудов. Ну а если вы решите остаться дома, то мы обеспечим вас интересным контентом. Заходите почаще на наш информационный портал mtv.online. Там всегда есть что-то новое и интересное. На этой неделе рекомендуем к просмотру программу «Время детских новостей». В новом выпуске юные журналисты поделятся своими эмоциями и впечатлениями от работы телеканала, а также расскажут, почему они хотят связать свою жизнь с этой профессией. На этом у меня все. Хороших вам выходных. И помните, вокруг вас всегда происходит что-то интересное, просто на это нужно обратить внимание. Берегите себя, заботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих. До новых встреч на МТВ и не переключайтесь. Всем пока!